сижу, вот у меня такой маленький кабинетик. Совсем в маленьких я апартаментах сейчас работаю. Белла Виста называется. Вот такой кабинетик у меня. Со всех сторон покажу. Ну так тут, конечно, спокойно очень сидеть. Уже нормально все хорошо, я освоилась тут. Да, когда у меня много интрат, много чек-ин, мне тут приходит помощник Родриго. В общем, мы вдвоем с ним. Ну, такой мужчина, он подрабатывает, у него есть свой спортзал. В общем, он тренер спортивный, и так как это его, ну, как бы занять его, он там аренду платит, все такое, а летом у него очень мало клиентов, и вот он так летом подрабатывает, говорит, сейчас тут подработаю, там, купит, хочет какие-то новые тренажеры там себе купить, еще там что-то обновить. В общем, такой тоже мужчина спокойный очень, 43 года ему. Он тоже с Чили, но он нормальный. Не как это Роксана. Ну, я говорю, что с мужчинами проще как-то работать, видимо. Видимо, такой зависти, может, нет. Не знаю, конкуренции, что ли, может, нет. Ну, такое вот маленькое видео вам покажу. Конечно, не сравнить с Санта-Ана. Там, конечно, такие апартаменты, большое все. А еще я работала в Далия, да там еще больше, там даже бассейн есть. В общем, я советую не брать вот эти отели, а именно апартаменты взять. Во-первых, они дешевле, во-вторых, кухня есть, готовить можно. Не знаю, мне так как-то вот апартаменты больше нравятся, чем вот эта гостиница. Ну, такое вот маленькое видео. Так просто вам показываю. Так вот у меня вот тут мне нормально все. Смотрите, в папочках стоит. Такие тут все пластиковые штучки. Никакие не коробки, ничего. Ну, конечно, мне здесь ключики вот там лежат. Мне здесь, конечно, больше нравится. Как-то здесь больше организовано все. Так я и не могу. Так у меня все горло болит. Уж всякие лекарства и полоскала. Не знаю, что такое. Из-за вентилятора, что ли? Не знаю. Ну ладно, до свидания. Такое вот у меня маленькое. Христоф работает на своей карусельке. Бегает, денежки зарабатывает. Вон он бегает, бегает. Работяга. Привет, это сентан. Кем? Шеф. Шеф. Босс. Босс. Como está vida? Está la vida muy dura. Muy dura. Muy dura. Vale. Tanta gente, tanta. ¿Estás haciendo un vídeo? Sí. ¿De qué? De YouTube. Pero sí, pero ¿qué tema? Todo en general. Tema es que mucha gente está aquí, mucha gente, mucha Muchos gente. Muchos locos. ¿No? Muchos locos. Quiero hacer un vídeo sobre franceses de Marquillos estos. ¿Sobre franceses? De, no, morros estos. Ah. No, la mierda. La mierda francesa. ¿Eh? Ustedes todos en el gulag. Gulag, todos en gulag. Todos en Siberia. Hacer carreteras. Hacer línea para el tren. Vale. Cuidado como esto. Esto viene de ahí. Pum, pum. Vale. Buenas noches. Gracias.
Доброй ночи. Доброй ночи. Доброй ночи, Татьяна. Доброй до ночи. Завтра. Доброй ночи. Qué bonito. Qué bonito. Lloré esta noche, bonito. Bonito, sí. Con esta gente es súper bonito, sí. Todos los locos. ¿Cómo va a ser? Yo prefiero las noches de invierno. No, cuando aquí no hay nadie. Solo las gaviotas y los gatos de la calle. Los gatos. Y el frío. Mira, carusel, carusel. Христо, Христов, Христов Босте карусель. Босте? Бос. Ту бос. Ту бос. На, на, на. Ту директор. А, си директор. А, директор де карусель. Боже. Карусели. Но, но патрон. 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 Бос. Ay, tengo que contestar a mi amiga en WhatsApp, hostia. Vale, adiós. Adiós a ti. Adiós. Вот так выглядит ночной лорет. Народ, народ кругом. Страшно вообще через дорогу ходить. О, сейчас автобус. Автобус не стал ждать меня. Надо сумку закрыть. Иду, и сумка открыта. Полиция, собака. Ну какая там собака лежит. Видно, нет собаки. Вот это как раз знаменитая улица дискотек. Вся молодежь сконцентрирована. Да, каждый вечер я хожу. Через эти толпы пробираюсь. Всё-таки толпы впереди. Сейчас через все это пробираться. Они не смотрят, толкаются. 10-й час. Нет, 11-й час уже. Так, тут музыка. Еще раз повторяю, это ночной лорет. Так каждый вечер. В течение всего сезона до октября так будет. Кстати, Кристоф сказал, что ему все это так надоело. Что он хочет скорее, чтобы все уже отсюда уехали. Ну вот, я добралась до своего Фаналса. Чуть-чуть потише тут. Жара вообще страшная. Ни ветерка вообще. Единственное, что только солнца нету, а так та же самая жара.
походу чуть-чуть бы ветерочек был прохладный, но нет. Машина. Бастюлю собирают мусор. Огромная такая. Там скорая уже поехала за кем-то, кто пился уже, накурился. Что-то она так мигает там. Скорая помощь это. Что случилось? Ну, в общем, все, до свидания. Наконец-то я дошла до дома. О, так хочу скорее в душ. О, чаю попить. С одной стороны, конечно, работать здорово. Но опять и жизни тогда нету, и ты не видишь тогда ничего. А вон, ой, боже, тетя, а это мальчик ножку сломал. Мальчик ножку сломал, бедовато. Ну ладно, что-то.